Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, заберем бесплатный наш сундук. Так, крылья, ускоритель, флек. Дальше. Гели, я твой вызов прошел. Геля, дикий стояк и Геля. Геля Фишер, я имею в виду, да, наверное, там. Смотри, сколько времени, ребята. Я все с вами тут тусуюсь. А, как тебе, нормально? Нормально, да, ребят? Так, что такое? Проиграли. Проиграли, да. В последнее время, ребят, мы очень много проигрываем. Но у нас нет, наверное, такого, знаешь, чтобы мы прям... Ух, какие были. Конечно, хотелось бы выигрывать все время, но... Не получится, понимаешь? Все время выигрывать не получится. Было время, когда мы с тобой рвали всех вот. Но сейчас это время... Прошло. Так, ребят, у нас опять кубок полуночи, я смотрю. Вернулся. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой поменяем вид нашего гонщика. Зомби, буйвол. Так, зайчик у нас уже был. Давай вот этого оставим. Зомбика такого, да? Подожди, крылья. Угу, вот у нас. Так, а мы 6200. Чтобы прокачать колеса, нам 6200 нужно. А тут 32 тысячи на топливный, ребята, ускоритель. Офигеть, ладно. Поехали. Что у нас тут? Ой, твою налево, я живу вперед, думаю, что он едет. Ты посмотри просто на эти трассы. Она действительно, ребята, она просто непредсказуемая. Я пойму, это у меня игра так лагает, или это трасса такая, что-то как-то не врублюсь. Вроде такое, знаешь, как заедание такое, нет? Пойму, или мне кажется, или заедание действительно какие... О! Так, ну что, я вроде бы... Трындец просто. Воу! Ребята, извиняйте, я... Как он вообще там голову свернул-то? Ты чё, мужик? Вампирёныш. Помнишь, мультик такой раньше был? Твою налево, блин, Дракулита, вампиреныш, помнишь? Довольно прикольный, блин, был мультик в свое время. Я в шоке просто, ребята, вот от этой. Ее фиг запомнишь, мне кажется. Кажется, эту трассу. Да, давай, ну, чуть-чуть. Твою налево не хватило, тебе чуткарика просто, ребят, чуткарика не хватило. Да заезжай ты, едь. Я, ребят, второе место получил. Опять же, только лишь... Ну, трасса непредсказуемая. Давай попробуем здесь прокатиться на... А здесь на фуре, наверное... Нет, на фуре слишком жирно будет. Давай на спорткаре. Попробуем. Твою налево, этот хмырь балбесовский. А, у глаз зачесался, ребят. Как вовремя глаз чешется, а? Ух, ты прикинь. Вот ему обидно. А как он так? А как он еще назад там поехал? Фига ты, ханыга плющевский. Тут еще и ватрушка. Да еще и с этим, с... Ну, ты понял, да, с чем? А чё же ты, гаденыш, не врезался-то, а? Чуть-чуть мне, ребят, вот, вот столечка не хватило. Да обогнать. Ладно, сейчас посмотрим. Не
едет там гад сзади. Это посмотри. Не перевернись. Не, все равно, ребят, такое ощущение, что оно... Игра как бы немножко подлагивает. Какое-то такое неприятное, если честно, ощущение. Как будто едешь, а она такая... немножко с прерыванием с каким-то. Так, забытое шоссе. Давай, наверное, я попробую на фуре, ребят, прокатиться. Что? Он что, идиот, что? Он зачем сюда взял эти вот пшикалки? Скажи-ка мне на милость. Обалденно я сейчас, кстати, пролетел. Мне прям понравилось, ребят. Изумительно все это смотрелось. Фига я себе на заднем коле... Да, нормально. Я прям как это, трюкач какой-то на заднем колесе чисто еду. Давай, 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 заезжай, парнишка, давай. Не глумись. А что, тут одна трасса, что ли, всего лишь? Ну да. Да, ребята. Одна трасса, и я приехал на ней первым. Так, мы еще и получаем награду с тобой. Крылья. Ну-ка, дай открыть. Магнит, стартовый ускоритель. Так, у нас, ребята, мистический кубок. А маслкар, что ли, взять? Кстати, фуру, фуру, фуру надо прокачивать, ребят. Фуру. Окей, так, нам нужно еще три раза на прокачку сделать. Три раза. В принципе, это не так много. Так, Гоша, Гошо, Гоха. Нафига ты, Рэй, так, блин, подпрыгнул-то высоко. Гурденко какой-то, Бурденко, Гурденко, блин. Третьим. Ну, сам виноват. Да я тебе говорю, что она подлагивает, ребята. Че, я не вижу, что ли, что какой, как подфризивает. По-моему, кто-то там вляпался. По-моему, даже, ребят, тут разбился. Фризит. И ничего я с этим сделать не могу. Я, в принципе, догадываюсь, почему фризит. Извините меня, ребят. Несмотря на то, что у меня хоть и мощная система, но на видеокарту сейчас такая нагрузка идет. Офигеть. Короче, там 4 игры рендерится у меня. То есть, сам представляешь, да? По ресурсам сколько это выходит. Ёк-макарёк. Давай-давай-давай-давай, есть. Облапошили мы этого сосунка, который там ехал на спорткаре. А байкеру, я смотрю, тут вообще почему-то, ребята, не везет. То он разобьется, то он еще там что-нибудь сделает. Оу! В первый раз, ребята, я вот так вот врезался сейчас нелепо. Мы идем с Гуденко. Почему Гуденко немец? Имя нифига не немецкое. Гуденко. Гудок, ё-моё. Но я первый. И задание я выполнил. Так что забирай свой сладкий приз. Подожди, что за задание? Маневр, блин. Сельская местность в приключениях. Защитная арматура, ускоритель, фляг. Кубок путешествий. Так, это, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, это три разные трассы. Ну что, попробуем? Блин, по-моему... Не то я немножко взял. Господи, ну что ты, Рэй, ну твою налево, ну... Да ну, ребят. Последним приехал, твою налево, ну да. Нашел, что взять для такой трассы. Попробуем теперь в песках.
Баги, ребята, первым идет пока. Да что ты творишь-то, блин, а? Ну, здесь, ребята, я его хорошо на финиш-то подрезал. Пока он там в водичке болтыхался, мы с тобой тюх под шумочек. Но это все, ребят, фигня на самом деле. Фризить не могу, блин. Дискомфорт прям какой-то, а? Фига себе. Хмырь болотный. Да иди ты в пень, блин, а? Нет, все равно, ребята. Урвал, гад, у меня победу, а? Причем, я не знаю, я ехал как сумасшедший. Ой. Я ехал как сумасшедший, и все равно, ребята, он... Ну, обогнал меня. Уж не знаю, как там получилось у этого забулдыги. Да хорош там пшикать, бжикать, блин. Твою налево, блин, ну езжай уже. Перевернись в воздухе, переобуйся. Да, ребят, извиняюсь за дискомфорт. Я надеюсь, у вас там глаза не повытекали от такой... Такого слайд-шоу, блин, скажем так. Давай ты езжай, драндулетка. Ну вот здесь хорошо, ребят, проехали. Здесь мы проехали хорошо. Ладно, давай двигаться дальше. Как меня бесит, когда он вот так вот делает, а? А ККМ-очка-то что-то там, ребята, обделалась чутка. Но она наверстывает упущенное. Там еще сзади трахома это едет, прикинь. Ей я, ребят, не дал проехать. Так, сундук получаем. Ну-ка, что у нас тут? Тяжеловоз, ускоритель, дым. Угу. Райская бухта. А что вы говорили про вот это вот? Убрать на единичку и будет типа лучше, да? Ну, давай проверим. Чем оно будет лучше? Более маневренное вы там написали. Ну, нормальное вроде бы пока иду. Че, опять одна трасса, что ли, у нас здесь сегодня, да? Похоже, что одна трасса, ребят. И... Отлично, еще и под воду упал. Такс. Кубок лесов. Ну, давай попробуем теперь еще кубок лесов взять. Бесявая фигня, блин. Ну, зачем ты хочешь все время перевернуться-то, блин? Так, это я пришел в третьем, получается, да? Третьем. А что такое... Или мне показалось, что трасса как-то коротенькая, нет? Вот тут хорошо, ребят, вышло. Горючее взял, на горючке разогнался и нормально. Ну, трасса действительно коротыш. Оу, щет. Всю скорость, ребят, растерял. Знаешь, когда я... Да ладно. Ты видел? Просто в воздухе до самого финиша. Вообще нормуль. Так, 3000 монет я еще заработал. И тут, ребят, остается-то шиш, да не шиша.
до максималочки, так скажем, да? То есть не до максималочки, а до... до 13 тысяч кубков, короче, так скажем. Блин, сколько раз себе говорил, когда у тебя Рэй рендерится больше двух игр, блин, никогда не начинай играть в другие, потому что начинается вот это вот подлагивание. Это из-за того, что, ребята, система просто не справляется. Там нагрузка идет колоссальная. Там если потрогать... Слушай, ну нет, как ни странно, от проца очень даже холодный воздух идет. Ну, воздушное охлаждение, водяное охлаждение на процессоре стоит. Вот, обычно, когда он нагревается, нагрузка идет офигенно. Естественно, там горячий воздух уже шпарит. Сейчас вообще холодненький. Ну, я тебе скажу другое. У нас в квартире дубильник просто, ребят. Просто дубарина, блин. Я даже сплю. Вот ты видишь, я вот... сижу вот в этой вот футболочке и в штанишках. Я так и сплю. Прям ложусь в этих штанишках и в этой футболке. Просто трэш. Дубильник лютый, ребята. Куда ты полетел-то? Куда ты такой, блин, дурак? Оух. Этот еще спорткар тут лезет, блин. Ну, я его хотя бы здесь не пропустил. Блин, не могу, ребят. Мне некомфортно вот это вот. Подфризывание вот это вот. Пройду эту гонку до 13 тысяч кубков и буду. Я не буду уже там всякие, ребята, ежедневки выполнять. Нафиг. А то глаза вытекут у меня. Да и у вас тоже, блин. В плане... А, крокодил... Это я помню, ребята, эти приколюки с крокодилом. Давай, залетай. Заехал, молодец, красавчик. Давай здесь. Упс. Куда мы там приземлимся, лишь бы... Твою налево, блин. Ну вот как это может быть, ребята? Ехал, не теряя скорости, вообще ничего. Как можно, ну, этот, и на тебе, все равно подрезали. И знаешь, еще не из-за того, что, ребята, еще даже три игры там или четыре рендерится. А дело в том, что у меня еще, блин, этих эмуляторов открыто, блин, 4 штуки. Пипец! Каждый эмулятор жрет хрен знает сколько памяти. То есть, блин, загрузил по полной программе себе систему и сижу тут еще что-то, блин, это... Плюс не забывай еще запись, то, что... АБС-ка стоит. Плюс камера, плюс вообще вот это вот все. Поэтому, ребята, это колоссальная нагрузочка идет. Ну что там, 5 баллов первым? Первым, ребят, приехал. Слушай, если здесь у нас пустыня, я, наверное, поеду на фуре. Пещера в пустыне. Я попробую, ребят, на фуре тут покататься. И не я такой один умный, да, самый? Ну, прям видно, как, ребята, фризится игра. Вот здесь вот вообще отчетливо видно. Прям пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык, блин, бесит. Бесит, друзья мои, это все. Ладно, впредь больше так, наверное, не будем делать. Гапа-гаповка, да? А нам плевать. А нам плевать на все. А нам плевать на все. Фура, 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 лети. Лети, лети, лети на восток, через запад. Там, я не знаю, куда-нибудь еще. Будь, по-моему, вели. Что-то вертушка обделалась, я тебе скажу. Она там что-то на полдороги забуксовала. А вот фура, да, фура тут что-то дает. Бздунка. Так, ребят, мы, по-моему, сейчас еще и сундук еще один откроем. Так, весенний город, день чудесный. Я думаю, что... Пум-пум-пум-пум. Что можно, знаешь, на чем прокатиться, наверное. Весенний город.
Попробуем на вот этой колымаге, ребят. Весенний город. Рэй, ты что-нибудь покруче-то не мог придумать? Без крыши? Без всего? То есть любая, ребят, пещерка или еще что-нибудь в этом роде, и меня там просто расхерачат, будь здоров. А я чувствую, пещерки сейчас будут. Нет? Четыре гонки? Это в чудесном-то городе. А вот, ребята, вот здесь надо быть очень аккуратным. Я нафиг промолчу. Я говорю, как только вот начинается вот эти вот пещеры, потолки и тому подобное, все, ребят. Или их надо вообще ехать там на минимальной скорости, или я не знаю, что там. Что еще можно придумать? Так-то он скорость развивает приличную. Смотри сам. Фух. Так, ну давай последнюю гонку с тобой завершим как-нибудь по-солидному. Короче, по-солидному не получится, по ходу дела, ребят. Слушай, хотя... череп я себе не размозжил пока. Вот на такой скорости, прикинь. На такой скорости! А это бесполезно, ребята, что-то было делать там. Там просто жесть. Я даже не успел бы притормозить. Ну что, попробуем по скалистой дороге прокатиться вот на этой штуке тоже, а? По идее, вот эта вот машина, она должна предназначаться именно для... ну, как бы для таких дорог. Потому что это внедорожник, как бы. Трак-фуд все-таки. Ну, только что-то мы когда... да лети ты, засранец ты несчастный. Вторым, да? Ну ладно, вторым, фиг с ним. Давай тогда еще попробуем. А кому мы там уступили? Кому там только не уступили? Да ты не вздумай перевернуться-то, охламон. Такой попрыгунчик. Просто чихать на все хотел, на эти колеса, на эти камни, на все. Слушай, Багги, ты откуда тут взялась? Да какой горючий еще, блин, мне тут кончается. Короче, я уступаю только Багги здесь. Только Багги меня здесь может обогнать. Да и то я не знаю, как, каким макаром она меня вообще здесь может обогнать. Что, в пещеру попробуем или куда? Все поехали вниз, а я... поверх. Ну затянуло меня наверх, ребят, что я могу сделать? Вот здесь кому-то не повезет. Это я тебе точно могу сказать. Тут главное не перевернуться нафиг. Есть. Ну что, 7 баллов и... первое место, ребята, я просто его урвал. Я его урвал. Вот так вот. Ну что, друзья мои, 13 тысяч кубков я взял. И это круто. Я, ребята, не пойду на эти соревнования кататься, ездить, потому что, ну, фризит игра. Фризит. Так что будем на сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.